Программа «Революционеры». Александр Дубчик. Политик и революционер. Один из тех, кто дал чехам и словакам на короткий миг почувствовать себя свободными во время пражской весны. Свободолюбивому Дубчику не нравилось высшее партийное руководство, которое тяготело к неосталинизму. Дубчика вызвали в Москве что-то вроде взрыва атомной бомбы. В Кремле очень хорошо помнили, чем закончилось венгерское восстание 1952 года. Поэтому в Чехословакию практически сразу же решили ввести войска. В рекордные сроки в Кремле разработали операцию «Дунай». В ночь с 20 на 21 августа советские танки при поддержке дивизий других стран-участниц Варшавского договора вошли в Чехословакию. Программа «Революционеры».